Здравствуйте, это магазин «Горные вершины», меня зовут Евгений. И в сегодняшнем нашем видео мы поговорим про установку беговыжных креплений IFP Tornamic. Компания Fisher устанавливает на свои лыжи платформу собственной разработки IFP под стандарт крепления Tornamic, совместимого с ботинками стандарта NNN. Преимущество данных креплений является то, что мы можем свободно двигать крепления по платформе, не прибегая к сверловке. Установка крепления достаточно простой процесс, это может сделать каждый. Разбиваем процесс установки на два этапа. В первом этапе мы выставляем размер по ботинку, а во втором этапе мы непосредственно прикрепляем крепление на платформу. Для начала выставим правильно размер ботинка на креплении. Допустим, у нас ботинок 42 размера. Для этого необходимо нам совместить риски задника с краем передней платформы и зафиксировать. После установки размера нам необходимо снять крепление с блокировки. Сначала мы надеваем переднюю часть на рельсу. Потом заводим заднюю часть. Дальше нам необходимо совместить центр крепления с центром тяжести лыжи и просто выставить по нулю. После этого мы блокируем крепление лыжи. Кстати, на этих креплениях присутствует система SafeLock, которая предотвращает нежелательное открытие крепления во время соревнований. Также на этих креплениях есть возможность регулировки положения либо вперед, либо назад. При смещении крепления вперед относительно центра лыжи повышается показатель контроля над лыжей. При смещении крепления назад улучшается показатель скольжения лыжи. То есть лыжа будет выкатывать дальше. Данные крепления одинаково устанавливаются как на коньковые лыжи, так и на классические. Но при установке на классические лыжи необходимо учитывать положение крепления относительно центра лыжи. При смещении крепления вперед относительно центра классической лыжи у нас увеличивается показатель сцепления лыжи с лыжней. Соответственно, при смещении крепления назад ухудшается этот показатель. Да, пацана, посмотрю. Что-то вообще побежал такой. Как видите, процесс установки крепления на лыжи достаточно простой. Вообще никакие инструменты здесь не нужны. Но если остались какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях. И не забывайте подписываться, ставить лайки. Это был магазин «Горные вершины». Меня зовут Евгений. До новых встреч!